Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и это рубрика геймплей и летсплей на канале Роли Гейм Онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Куб 2. Игра вышла 13 марта сего года, то есть 2018. Эта игра представляет собой приключение с элементами головоломки. Как говорят на просторах интернета, чем-то похоже на Portal, но не дотягивает. Ну, давайте с вами посмотрим, что эта игра себе представляет. Так, я немножко поиграл для того, чтобы разобраться хотя бы примерно, для что вам рассказывать. Ну, давайте будем смотреть заставки и будем разбираться вместе. Oxygen systems effective. Loading user interface. Hey Mel, let me know if you're still good for our call tonight. Can't wait to hear about what you've uncovered today. Poppy says hi. Speak tonight. Love you. Rob. Anyone, help me. Please. Какая долгая и никому не нужна заставка, если честно. Куб 2. Бабум. Mayday. This is Commander Emma Sutcliffe of the Vitruvius mission. I am stranded in an unknown location following mission success. Are there any survivors out there? Hello? This is Dr. Amelia Cross. I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Please, I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic-induced amnesia. What? What are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't log on to you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Right. Okay. I think I can do that. И вот, мы начинаем, собственно, игру после долгого вступительного диалога. Значит, если я правильно понял по задумке, по начальной задумке как бы истории, мы сейчас оказались, может это продолжение первой части, как я подозреваю, мы сейчас оказались на планете кубов. Наш, скажем, коллега под именем Эмма рассказывала нам, что у нас была миссия, по крайней мере у нее точно была миссия по уничтожению этой хрени,
потому что она направлялась в сторону планеты Земля, то есть было бы там катастрофа, столкновение и так далее. И причиной какого-то сбоя они опять оказались на вот этой хрени, где все сделано из кубов. Костюм, который у нас есть, руки в начале, которые вы видели, мы можем изменять строение кубов в определенных как бы моментах. И с помощью этого мы будем выбираться, в принципе, с этих лабиринтов, с этих головоломок, которые нам здесь будут устраивать. Ну, в общем, я как бы, в принципе, не сильный фанат Портала. Поиграл немного, совсем чуть-чуть, что в Портал, что в эту игру, но, да, может быть, где-то что-то похоже, но, конечно, Портал будет поярче. Значит, по управлению здесь это ВСД. Ходить, бегать, пока я такую кнопку не нашел. Shift не работает. Пробел прыгать. Ну и мышкой, понятно, крутиться по сторонам, смотреть. Это общий обзор. На игру я наткнулся совершенно случайно. Вот, наткнулся я на эту игру совершенно случайно в своем любимом магазине. Купил ее, конечно же, за бесплатно, но думаю, почему бы вам эту игру не показать. Так, разместить панель. Значит, оп. У нас есть, получается, синий заряд, с помощью которого мы можем вот так вот делать, то есть активировать блоки, любой из подсвеченных, и это дает нам как прыжок, то есть вот на такие батуты мы приземляемся, которые нам смягчают наше падение. Ну здесь, то есть понятно, что нам нужно попасть на противоположные стороны, и в этом заключается как бы игра, решать вот такие головоломки. Конечно, дальше он будет усложняться. О, активируем куб. Видите, мы можем оранжевые кубы мы можем выдвигать, а вот именно синие кубы помогают нам для того, чтобы мы могли прыгать именно. Оп. Видите, как я ловко уже прохожу эти супер-пупер задачи, потому что я, конечно, немножко поиграл. Я ломал просто целыми неделями, ломал, как это все сделать, как это все пройти. Правой кнопкой мы выдвигаем, левой кнопкой мы активируем. Ой-ой-ой. Вот здесь нужно было вот этот достать еще. Вот так вот сделать. Ну, видите, просто тупанул трошечки. Оп. Теперь нам надо туда дальше. Активируем опять же. Emma, I've found something. Oh, still no signal. Засовываем руку в потайную дырку. Заряжаемся энергией красной. И теперь нам становится жить проще. Левой кнопкой куб активируем, делаем красным. Правой кнопкой вытаскиваем. Здесь нужно нам запрыгнуть наверх. То есть нам нужен трамплин. Соответственно, с помощью клавиши E мы меняем красную энергию на синюю. И теперь белые кубы с помощью левой кнопки мыши превращаем в трамплин, в батуты, скажем так. Собственно, все. Ничего сложного. Теперь нам нужно комбинировать наши красные и синие кубы для того, чтобы проходить дальше. То есть нам сейчас нужно попасть вот туда, если мы просто возьмем, нет, я извиняюсь, если мы просто возьмем синий куб, мы перепрыгиваем. Значит, нам, соответственно, нужно попасть сюда для того, чтобы сделать здесь трамплин и выпрыгнуть туда. Выдвигаем этот, прыгаем, отталкиваемся, падаем здесь, делаем синим, прыгаем и попадаем туда, куда нужно. Еще, конечно, существует мнение по поводу этой игры, что здесь на протяжении 2 часов геймплея сложные задачи так и не завезли. То есть все происходит в таком скучном, медленном темпе.
задачи не вызывают никаких как бы напряжений мозговых, решаются все не на раз-два, ну, на вкус и цвет товарища нет, поэтому для кого-то может быть легко, для кого-то это может быть трудно, поэтому я думаю, если вы любитель головоломок, то вам обязательно нужно попробовать в нее просто хотя бы поиграть. Добавилась у нас новая фишка, как видите, вот эти подтросы, я могу с помощью них управлять, там, вверх-вниз поднимать, в данном случае, и так далее, панельки передвигать. Я это делаю с помощью правой кнопки мыши, используя любой цвет, вне зависимости от того, красный или синий. Вот у нас уже начинается первая задачка с тросом, то есть нам нужно попасть вот туда, мы делаем это вот так, раз. И поехали. То есть это, как я понимаю, все вот эти сейчас данные уровни, это все обучение, потому что мы должны как бы приловчиться пользоваться этими кубами. По моим предположениям, дальше именно должен начаться страшный хардкор, в котором как бы уже начнется вакханалия. Оп. Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? God damn it, this stupid thing. I best continue. Нам устраивают какие-то допросы, нам не верят. Так, ты туда. А хотя какой смысл? Поднимемся вот так, потому что мы, наверное, не допрыгнем. Оп. 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 Так, теперь опустим эту дрянь назад. Это сделаем вот так, поменяем, выдвинем, запрыгнем. Поехали вперед. Точнее, вверх. Оп. Видите, то есть все проходит, в принципе, элементарно просто. Это не потому, что я это проходил, а просто действительно я к этому тоже дошел очень быстро. Ничего сложного нету. Если как бы ваш IQ больше, чем у картошки, то в принципе вы сможете, наверное, играть в эту игру. К сожалению, уровень здесь сложности не выставляется, он один-единственный. Наверное, самый сложный. Давайте, наверное, ознакомимся со всеми блоками и закончим. О, дом листвы, глава 3. Последние блоки, которые я видел. Видите, они выпадают. Просто так вот взяли и выпали. Interesting. It's like the structure itself can duplicate and grow. То есть нам нужно забраться вот сюда, мы не запрыгнем, поэтому мы сейчас сделаем вот такой вот конем. Видите, тут все в принципе ясно, понятно, скажем так. Так, здесь мы сделаем сейчас вот так вот. Оп. 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 Видите, все очень просто, в принципе. Возможно, по заставке я как бы провел целое исследование и, анализировав заставку, я понял, что будет еще, наверное, один цвет куба, потому что я видел, там был синий, зеленый, красный и вроде еще какой-нибудь. Но пока я здесь встречал только эти три цвета, поэтому что есть, то есть. Возможно, будет еще один, но я до него не доходил, потому что я ленивая жопа. Так, этот мы выдвигаем, это мы подвигаем сюда. Соответственно, теперь дальше надо сделать целую процедуру. Так, заставляем этот кубик прыгать. Этот мы сейчас вот так вот. Оп, все исправили. Теперь наша очередь прыгать на тот куб.
Опа. Оп. Потому что так бы мы не достали бы, чтобы перепрыгнуть дальше. Возможно, вы в комментариях можете написать, что я гений головоломок, но на самом деле это не так. Здесь нам нужно стрелять. Видите, как все легко и просто происходит в этой игре. Ну, я же говорю, это не значит, что игра очень-очень легкая, и что, может быть, потом там начнется настоящий ад, но это будет потом. Это будет потом. Так, дальше. Передвигаем вот так. Нам нужно добраться. Как бы нам сделать? Ага, наверное, сделаем вот так. Так. Тут получается вот так. Вот так. Отлично. Трехочковый. Поехали. Оп, поехали обратно. То есть с помощью зеленых кубов, которые выпадают как непонятно что, непонятно откуда, мы можем делать какие-то такие страшные комбинации. Так, здесь, я думаю, просто оп. Здесь тоже хватит. Оп. То есть, видите, вот мы практически не скажу, что прошли всю игру, но хотя бы ознакомились с начальными тремя цветами. Может, опять же, повторюсь, будет больше. Но это будет потом. An exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. You should move on, Millie, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Вот, в общем, конечно, может быть, игра будет более сложнее дальше, но это будет потом. Я просто хотел ее посмотреть, хотел показать ее вам, а решать, играть в нее или нет, опять же, все зависит только от вас. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо, что вы посмотрели это видео, спасибо, что вы остаетесь с нами. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это, поставьте свои комментарии, лайки, дизлайки. Все учитывается, даже плохая активность тоже активность. Всем спасибо и до скорых встреч, и всем пока.